Вот такую посылочку я получила с Приморского края. Вот такой размерчик опломбирован с пломбочкой. И сейчас я буду ее распечатывать. Посмотрим, как она мне доехала. Посылка была отправлена 10 числа. И сегодня, 14, она уже у меня в Южноуральске. Я считаю, что очень быстро пришла посылка. Я, если честно, так даже не ожидала, как быстро придет посылочка. Да, прям замечательно. Так, такая вот коробочка. Так, пеночка все упаковала. Угу. Вот еще тут подарочки. Морская соль и что тут еще? Кофе, что ли? Или что, не знаю, сейчас посмотрю с письмой соль. Ну ладно, моя хорошая, посмотрю отдельно. Сначала посмотрим, как доехали растишки. Ну, спасибо за отдельное письмецо. Прочитаю, конечно. Ой-ой-ой, мои красоточки. Ой, мои красоточки. Ох, упаковала, Инна, как все хорошо. Все, чтобы не двигалось. Крепко, да. Ну, сразу видно, что живое, немножко влажность, газеточки чувствуются. Так, скорей. Освобождаю. Так, освобождаю из темницы. Угу. Вот моя розочка, вот моя красавица. Ой, моя красавица. Ну, Инна, ни одного листочка не опало. Ни одного. Посмотри, какая красота. Прямо вот тут чуть-чуть, вот маленечко пожелтели, вот чуть-чуть. Но это такая мелочь. Такая мелочь. Розочка в хорошем, прям отличном состоянии. В отличном состоянии. Не знаю, размерчик хороший. Все листики, как будто ты их только-только вчера упаковала. Посмотри, какая красота. Посмотри. Ой, молодец, Инночка. Так, ставлю, смотрю дальше. Так, смотрю дальше. Вот вторая розочка, вторая. Угу. Так. Посмотрим, что тут. Ну, я уверена, что и это тоже в хорошем состоянии. И, например, прежде чем отправить мне эти фотографии, эти растишечки свои сфотографировала, выложила в одноклассников, показала их все. Потому что молодец. Так, ну-ка, соточка. Да, замечательно. Так, скотчем тут у нас что-то маленько зацепилось. Скотчем. Сейчас вытащим. Ну, замечательно. По-моему, какой-то в стихах собака могла еще подрасти успела. Вот смотрите, листочки вот эти, вот они явно за этот молоденький подтянулись. Ну, хорошие, смотрите, какая корневая эта упаковочка. И все листики, все свеженькие, живенькие. Здесь даже ни одного желтенького листочка нет. Отлично. Так, что там? Там еще у меня два претендента. Так. Прям идеально. Так. Ну, посылочки растишкам, похоже, было и не сухо, и не сыро. Прям. Так. Скорее увидеть. Такие. Ага. Вот. Монетчатый там, забыла уже как название.
Но этому сложнее, конечно, дорога. Тогда сложнее. Но все равно. Ой, с цветочками даже, с цветочками. Ну все, 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 все вижу. Красота, красота, красота. Это растение такое, оно более слабое для пересылок, поэтому мы все равно замечательно доехали. Замечательно, Леночка. Так, и этот красота. Посмотрим. Так. Конечно, посылку заказала прежде всего из-за этих розы. Это главная основа, основа моей посылочки, главная причина. А эти две растишки я жду как дополнение. Так, посмотрим, что здесь. Здесь у нас батат должен быть. Да, вот он, батат салатного цвета. У меня темный есть. Салатного цвета я в эту зиму что-то не сохранила. Так. Ну, блин, раз уж посылочку заказала у Ины розочки. Ну, вот и батат. Так, ну вот, хороший тоже, посмотрите. Тут немножечко листики, но это мелочи. Это мелочи. Ну, посылочка дошла замечательно. Инна, спасибо большое за растение. С такой заботой и любовью упакованы они у тебя. И самое главное, что они все дошли в отличном состоянии. Спасибо, дорогая. Так что, друзья, можете к ней обращаться и заказывать. Очень добросовестный продавец. Так, сейчас посмотрю, что тут у меня Леночка прислала мне. Привет из Владивостока. Всегда хоть будут причины для радости. Здоровья, всего доброго, с улыбочкой. Вот такое она мне отправила письмецо приятное. Спасибо, моя хорошая. Тут всякие маленькие подарочки. Спасибо, дорогая, спасибо. Ну вот, друзья. Видите, какие я получила листишечки. Так. Вот такие. Вот ради этих розочек, конечно, я посылочку заказала. Ну, довольна всем. Спасибо огромное. Всего вам доброго. Спасибо за просмотр. Пока-пока, друзья.